Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живее. Сегодня у нас с вами очередной крутой ролик, а именно челлендж. Челлендж мы будем снимать вот с этим невазом, с этой говорящей нивой. Лея, заткнись, я стал киберполицейским. Чего это ты стал полицейским? Ты снимал слишком много мусорного контента, и за это тебя надо арестовать. Мусорный контент? И за это ты отправишься в тюрьму прямиком. В тюрьму за это? Да ты офигел, я не пойду ни в какую тюрьму. Слышишь, ты отпусти меня, железяка. Да какой мусорный контент, ты что, вообще дурак? А, что? Где я? Это тюрьма? Что за тюрьма такая? Да это... Да вы чё, ребята, это не тюрьма, это клетка какая-то, как для петуха какого-то позорного. Вы чё, тут в таких клетках курочек пасут? Вы чё, оборзели? Ребята, вот так и начинается захват этого человечества роботами. Ты же, Стянка, офигел, что ли? Здесь начинается твое наказание за съемку мусорного контента. Да почему? Я не снимал мусорный контент, веселые, классные ролики. Чё, Хочка, тебе вообще ни один ролик не понравился, а? Все ролики, за исключением тех, где есть робот, являются мусорным контентом. Да нет же! Без робота тоже были классные ролики. Я не буду здесь сидеть, какой у меня срок? Чё за фигня? Система наказания подразумевает по одному году заключения за каждый мусорный ролик. За каждый мусорный ролик по году? Ты хочешь, чтобы я здесь сидел 900 лет? Ты что, идиот? Твое наказание началось. С этим уже ничего не поделаешь. Взаимодействовать и помогать заключенному каким-либо способом строго запрещено. Наказание будет соответствующее. Но ты же мне поможешь, оператор, а? Нет. В смысле? Ты, я вообще не собирался ему помогать. Пусть там сидит. Да почему? Снимали это ролики вместе. Что за фигня? Это твой сценарий, твои идеи были. Вообще-то подписчики идеи очень часто в комментариях пишут. Я очень радуюсь, когда они пишут хорошие идеи в комментариях. В таком случае, оператор, если ты не будешь помогать заключенному, может быть, ты станешь моим напарником. Чё? Да он не будет твоим напарником ни за что. Пойдем, да, я тебе помогу, робот. Да! Я настоящий киберполицейский, и настоящему киберполицейскому нужна патрульная машина. Думаю, будем использовать говорящую Ниву. Ты типа этот? Получается, Робокоп, робот-полицейский? Робокоп — это очень необыкновенный и интересный фильм, да. А у меня любимый фильм про роботов — это Трансформеры. Вот. А у тебя робот какой? А мой любимый фильм — это Терминатор, потому что там захватывают кое-что. Да, подписчики тоже можете написать, какой у вас любимый фильм про роботов. А мы с роботом почитаем. Ха-ха, тупая жестянка даже не знает, как нужно обыскивать нормально. Я спрятал камеру кое-где, и он ее не нашел. Так что теперь я смогу связаться как-то со своим подельником, чтобы он мне сделал передатчик или что-нибудь такое. Мне нужна какая-то помощь снаружи, чтобы обязательно отсюда сбежать. Я не собираюсь здесь сидеть по приказу какой-то жестянки. Я отсюда сбегу. Эй, вы! Киберполицейский, робокоп, иди сюда! Подойди! Почему заключенный не соблюдает тишину? Вы мои права нарушаете. Во-первых, здесь места мало, но это пофигу. Мне полагается звонок. Так, анализирую законодательную базу. Да, действительно ему полагается звонок. Вот, правильно проанализировал. Молодец. Давай мне трубу, мне надо позвонить. На, держи. Вот, вот это передай. Хорошо. Все, давай сюда. Включай на громкую связь. Звонок необходимо прослушивать, чтобы ничего не произошло. В смысле ты будешь прослушивать? Это незаконно. Это также является частью законодательной базы в данном случае. Так что все нормально. Ну ладно, прослушивай, мне скрывать нечего. Это мой... Как это... Короче, мой брат, зять. Очень странный выбор для звонка. Надеюсь, он трубку возьмет. Алло. Алло, зять. Вот слушай, обычно мы с тобой говорим про всякие дела, да? Про них давай сегодня не будем говорить. Нет, про дела не надо говорить, понял? Нет, дела? Да нет, никаких дел нету. Короче, мне нужно подсобить,
помочь надо чуть-чуть. А? Подсоби? Ну, типа... Да нет, ну, типа... Да, типа, я в этой... в кибертюрьме, меня робот посадил. А, тебе что, это... Передачка нужна? Да, мне нужна передачка. Она где-то... Пряник сейчас принесу, но... Да какой пряник? Подожди! Подельник, подожди! Все, разговор окончен. Необходимо сдать телефон. Все, ваш срок продолжается. Ну ладно, все, буду ждать пряник. Плыли мы по морю, ветер, мать, штурвал. Капитан Пупа с корабля сбежал. Очень странно. Кто это может быть? Да откуда я знаю, кто это? Иди проверяй, жестянка. Необходимо проверить, кто может так ломиться в эту дверь. Здравствуйте. А, где это, вы? Это... Передачка, короче, моему, это брату. Брату. Ладно. На, передай ему. Но он говорил, что вы взять. Что? Какой-то шизофреник, нужно закрыть дверь. Это передачка? Именно так. Во, давай! Давай! Хорошо, я передам тебе эту посылку. На, вот, держи. Че, больной, вот специально для передатчик есть отверстие. Все, пошли вон, у меня это, тихий час. По закону. Ладно, пойдем. Микс. Они отошли. Надеюсь, подельник додумался мне туда не только пряник положить. Так. Ага. Да, здесь в передачке есть какие-то инструменты. Давайте посмотрим, что он мне положил. Что это? Что это? Лампочка? Лампочка? Куда мне ее засунуть, блин? Нет, в рот точно сувать не вариант, потому что достать не смогу. Блин, какой же у меня тупой подельник, а? Черт, блин. Ладно, фиг с ним. Самое главное, чтобы они меня не заметили. Это же еще инструменты. Он мог положить что-то полезное. О, точно. Это усиленная, мощная трещотка. Возможно, я смогу и подковырнуться где-то и сломать, нарушить целостность клетки. О, да, идет. Отлично, получается. Оператор, хочешь, покажу тебе фокус? Мне нужно взять одной рукой плюс, а другой рукой минус. И сделать вот так вот. Офигеть! Неплохо, да? Как так? Только не говори об этом. Я, пожалуйста. Вини, не говорит? Нет, а то он, когда выйдет, заставит меня машины прикуривать. Хорошо. Ну, классно ты умеешь. Я очень много чего умею. Почти. А ты чё? Обнаружен посторонний предмет. Необходимо конфисковать объект. Я не знаю. А! Меня-то за что? Как это попало к нему, не с твоей ли помощью, а? Я не помогал же ему. Как это сюда попало, заключенный? Я не знаю, это было здесь, я не знаю, откуда это тут. Упало, вон, видишь, лампочка, слышь, лампочка. Она снизу, сверху выпала. И с этой штукой прям, видимо, когда лампочку меняли, вот инструмент оставили. А я так просто... В этом помещении есть одна секретная комната. Туда ни в коем случае нельзя заходить. Надеюсь, вы вдвоем не собирались туда заглядывать ни в коем случае. Да не, мы туда не заглядывали, да и не хотели. Ну и хорошо, вам туда нельзя. Да, сам же говоришь, что там ничего такого нету. Да, там ничего нет, проверю зэка. Ну иди, посмотри, что он там делает. Блин, подписчики. Может быть это... Реально посмотреть, что там? А то робот что-то скрывает, какая-то тайная комната там. Смотрите, какая она там большая. Оператор, что это ты здесь шепчешь? Да... Про комнату? Деревянная, говорю, это. Прочно. Пошли следить за Лея. Да, пойдем. Все, достал. Пипец. Ну, подельник у меня в натуре тупой. За какой фиг у меня положил свечу? Ну, а эти... Киберполицейские тоже умом не блещут. Кое-что мне спрятать-то все-таки удалось. Эй, робот! Что происходит? Он что-то делает опять. Замечена подозрительная активность. Кого?
Начинаю обыск. Кого? Ничего не делаю. Че там разговаривал? А че, мне уже разговаривать нельзя? Шо? Лучше сам сдай посторонние предметы. Нет у меня ничего. Тогда верни передачку назад. Возвращай. А сфига ли я тебе должен возвращать передачку? Это незаконно? Если там нет ничего запрещенного, то и скрывать тебе нечего, так? Эх, блин, ладно. Хорошо, сейчас все отдам. Да тут ничего такого нету вообще. Тут вообще... Вот, на, забирай. На, все, забирай. Вон передачка, я не знаю. Можешь осмотреть досмотр, пожалуйста, устраивайте. Все, это выглядит очень подозрительно. Что за передачка-то такая? Ну разве это можно использовать для побега? Нет ведь? Да никак. Поэтому это просто... А при чем тут побег? У тебя планы какие-то есть, я не понял? Нет, просто зачем еще досматривать? Вдруг побег? Ну я же не планирую побег. Чего там 900 лет отсидеть можно? Чего такого-то? А это, ну вот, свеча... Вот, Рассказывай быстро. Ты собирался сбежать, не так ли? Я не буду ничего рассказывать. Если не расскажешь, будет хуже. Пускай еще. Кого? Вы что, оборзели? У нас пытки запрещены, вы что, офигели? Еще не начинали. Я вам говорю, это свеча, вот свеча лежит, чтобы книги по ночам читать. А ножницы, видали, вы мне какие портянки дали? Это что за форма такая? Вся всрана. Вот и подшить, чтобы. Вот и все. Ладно, надо провести проверку. А больше ничего мне не дали. Все. Все, и не получишь больше ничего. Ну и ничего мне не надо. Анализ показал, что эта свеча непригодна для чтения книг. Это обычная автомобильная свеча. За кого он нас держит? Ну, он думает, что мы дурачки с тобой, но мы-то... Мы-то все понимаем. Надо продлить ему наказание. Он там сгниет, и канал уже будет наш. Отлично, мы-то не будем снимать мусорный контент. Да, мы захватим власть. Здесь много всяких щелей, и полы-то гнилые. А подельник мне как раз дал зубило как следует. Думаю, если я вот эти все штуки перепилю, то легко смогу отсюда выбраться. Ух, процесс-то как пошел. Отлично, отлично. Ну все, считай, побег уже готов. Идет как по маслу. Подельник молодец. Я думаю, чтобы теперь у него не было шанса сбежать, установим камеры для наблюдения за ним. Думаешь, это идея? Ну пойдем. Замечена подозрительная активность. Обнаружен посторонний предмет. Что ты там обнаружил? Посторонний объект находится у тебя в камере. Его необходимо сдать. Где? Ничего нету. Ой. А это не в камере, это... Это не в камере. Он видал это? Вот. Не было тут этого. Не было? Не было. Ты нам изрядно надоел, я со своими никчемными попытками сбежать. Но у нас есть решение. Что? Камеру? Мы установим камеру видеонаблюдения, чтобы следить за тобой постоянно, и ты не смог сбежать. Зачем мне видеокамеру? Вы что, прикалываетесь, что ли? За последние сутки ты совершил слишком много попыток побега. А тебе есть что, скрывать, что ли? Я не понял. Ну, а может, я извиняюсь, тут по делам личным хочу сходить. Что-нибудь поделать. Для личных дел. Вот тебе все удобства. Пожалуйста. Чего? Как я буду ведром-то пользоваться? Слышишь, я чё... Ты, ну, не на камеру же в самом деле. Не будем показывать. Ладно. Ладно. В таком случае, по закону мне полагается еда. Обед несите мне. Я голоден. Мне нужен обед. Вот это подстава. Черт, нельзя палиться. Камера-то в натуре, вон она. Сзади прям на меня палит. Эй, черт. Все мои вещи для побега у меня конфисковали. Мне нужна помощь. Так, передачку вторую не разрешат, но разрешат посетителя. Это мой единственный шанс. Я забыл про обед, но здесь что-то есть. Тут крысы ее поели же.
Ну ладно, пойдем. Думаю, нашему заключенному в самый раз. Вел бы себя нормально, тогда ел бы нормально. Надеюсь, там филе миньон, фуа-гра, как подобает. Я особый заключенный, еще я требую бургер с мясом Black Angus. Там как в Рататуй. В Рататуй? Да. Приятного аппетита, Вия. Крысы, в смысле, поели. Чего? Это что, по-вашему, еда? Да, очень вкусно. Сухарики, чипсы. Питательно. Капец. Ну как? Нравится? Жестянка. Какая тебе жестянка? Обращайся ко мне, как подобает. Хорошо, хорошо. Сержант Жестянка. Чего? Ты что совсем оборзел? Мне полагается встреча. Это типа как? Посетителя мне можно. Я хочу с братом увидеться. Брат, это который зять? Да. Ну хорошо, тебе можно с ним увидеться. Нормальный вот полицейский, не то что ты, фуфел, предатель. Все. Общайся нормально с моим напарником, слышишь ты? Нормально разговариваю с сотрудником. Не забывайся, ты все-таки заключенный. Вызовите мне моего брата на встречу, на свидание. Хорошо, я организую тебе свидание с тем странным типом. Все, я жду. Ваше свидание было удовлетворено. Вот и правильно, что удовлетворили мое свидание. Потому что все должно быть по закону. Все, где мой брат? Уйдите быстро. Здорово. Здравствуйте, вы пришли на свидание? Братан, привет! Проходите, но соблюдайте все меры предосторожности. Брат! Все, свидание у нас. Оставьте нас! По закону мы должны вместе быть. Вы не должны подслушивать, это незаконно. Хорошо. Жестянка, уходите. Ладно, пойдем, отойдем ненадолго. Подельник. Короче, слушай. Они меня тут заперли, но я пока, ты мне передачку передал. Я смотри, я немного целостность нарушил. Да, целостность нарушил, короче. Сейчас надо как-то чем-то покрепче умотать, и я смогу сбежать отсюда. План, давай придумай. Умотать, размотать эту клетку надо. Сейчас, подожди секунду. У тебя что? Что это такое? Что это? Канат? Трос? Канат? Вот здесь, да? Здесь? Не знаю, лучше, наверное, тут. Вот здесь? Да, чтобы прямо вот всю целостность нарушить. Ну что ты, ты дернуть хочешь, да? Да. Хорошо, давай, с разбегу бери и дергай. Что, не получается? Ну да, надо сильнее. Блин. Было бы у нас чем-то помочь. Вот если бы чем-то помочь, можно было бы. Ты знаешь, чем помочь? Ты что делаешь? Подельник, не шуми, они же могут вернуться. Подельник, ты что делаешь? Что, какую секунду? Подельник, ты что творишь? Ты на моей машине сюда приехал? О, как тут холодно, подельник. Жесть. Подожди, а что ты придумал? Что ты придумал, подельник? Чего ты хочешь, я не понимаю. Подожди, это то, о чем я думаю? Подожди, ты привез мою машину. Подельник, капец, тут задуло-то, метель на улице. Подельник, ты что? Подельник, блин, ты хочешь на машине сбить? Что ты хочешь, я не понимаю. Эта клетка же, она тяжелая. Черт, а. Что он делает? Подельник, что ты придумал? Я не понимаю. Подельник, ты что сделал? Что? Подожди. Нет. Подельник, даже не думай. Это жесть какая-то. Подельник, нет. Робот! Я что-то слышу! Что? Робот! Что? Робот! Это что, попытка побега? Робот, это пойдем! Ну все, давай, езжай! Давай! Они бегут сюда! Езжай, подельник, сбегаем! Сбегаем! Подельник, скорей! Черт! Подельник, ты больной! Ё-моё! Нужно бежать быстрее. Необходимо догнать и остановить.
Есть, я схватил его. Немедленно остановитесь. Остановите транспорт. Ну, в смысле, клетку. Вы задержаны. Что ты встал? Какого черта ты встал? Вам конец. Выходите. Вы обвиняетесь в соучастии побега. Вы заключенный теперь. Проснись, придурок. Фу, нормально, я тебя спас, да, да, спас. Спас, мы с тобой оба в тюрьме. Оба преступника задержаны. У меня тоже был ты единственный подельник. Нет, я все нормально сделал, вытащил. Да кого, какой нормально? Я вытащил же оттуда, вытащил. А теперь мы с тобой на улице заперты, будут замерзли. Все, оставим заключенных здесь. Все, робот, да, пусть они на улице мерзнут тут. Ребят, напишите в комментариях, чтобы нас выпустили, пожалуйста. Напишите жестянки, чтобы нас вызвали. Да. Ну, а в любом случае, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день. Пишите комментарии, чтобы нас выпустили. И ставьте лайки. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов. И живи. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.